Категория 250 единиц. В финале здесь сойдутся... Алексеев Руслан. Да, представитель города Владивосток. И Виталий Чернышов, Уральский федеральный округ, Магнитогорск. Надо заметить, что спортсмены уже друг друга знают не понаслышке. Они встречались в финале Кубка России. И, в общем-то, сейчас, в данном смысле этого слова, матч-реванш, бой-реванш. Руслан Алексеев пробил себе право войти в состав сборной России на чемпионате мира. И сейчас Виталий будет стараться объяснить Руслану, в первую очередь, самому себе, что он достоин стоять на самых высоких ступеньках местного российского кудо. Опять же, как мы уже и говорили, сейчас спортсмены выбрали свою в данный момент тактику. Несмотря на то, что на спине написано «Винокуров», это куртка Ивана Винокурова, который принимал участие на чемпионате мира в составе сборной России, сейчас здесь не участвует. Но это что, какой-то знак внутренний, что там должен был быть я или... Нет, просто в предыдущем поединке порвалась куртка и пришлось ее срочно менять. Здесь оказалась вот куртка Винокурова. Ну да не куртка делает бойца, как это. Однозначно, не одежда красит человека, а человек одежда. Но тем не менее, сейчас Виталий находится сверху, он пытался чтобы поделать с Русланом, но, кстати, обратите внимание, только Руслан оказался сверху, мгновенно произведен был захват за стопу. Если бы Руслан отступился, был бы переход на ущемление хилесового сухожилия. То есть очень гармоничные спортсмены. Но другая тактика, обратите внимание. Видимо, что все-таки оба ударники, начали они бой все-таки аккуратнее с разведки, не как предыдущая пара. И постепенно к концу поединка они присутствовали на татами, плотно были наращивали. Попал. Вот чуть-чуть. Не очень правильно, на мой взгляд, правый боковой у Руслана. Он слишком сверху, слишком размашисто, и поэтому соперник по делу правил ныряет. Сам себе удар очень тяжелый, но поди им попади еще. Виталий не собирается дать такую возможность, предоставляя даже малейший шанс для этого. Очень хорошо контратакует, видно, что все-таки Виталий работает от второго номера. Видите, и попал. И попал. Казалось бы, отходит соперник, да, как бы демонстрируя нежелание биться, но всякий раз... Когда на отходе попадает. Выстреливает, попадает, да. И опять постепенно раскачивая своего соперника, Руслан подходит, набирает дистанцию для хорошего старта. Видите, загоняет его, загоняет краю татами и поддергивает. Вот, в принципе, за несколько таких выходов можно получить. Можно, да, и предупреждение получить. Судьи могут расценить, как ходит борьба. Судит поединок сам бывший член сборной России 2005 года на чемпионате мира Денис Синютин, бронзовый призер. А мы видим с левой стороны, поддерживает владивостокского спортсмена Максим Леновец. Также небезызвестный человек, да, также в российском худо. И он также был в составе сборной России. Сейчас один судит, другой поддерживает. Как интересно складывается судьба спортсменов. Вот, попал два раза, наконец, Руслан. Наконец попал два раза. Хотя и до этого пропустил также. Ну да, под концовку основного времени взорвались. Не получается у него так качественно выйти на ударные позиции. Вначале обязательно примет в голову связку другую. И только потом уже, если соперник резко не отскочил, вот тут, конечно, да, начинается крах надежд. Вот. Очень ровный бой. Дополнительное время однозначное. Видите, такой долгий, он тяжелый, этот правый боковой, и вот хорошо он сейчас попал. Кстати, в принципе, можно было бы это оценить оценкой, этот удар. В любом случае, соперник третьей точки остался в поле. Ну да. Но кудо в этом плане вид спорта очень такой честный, что ли, если хотите. Поскольку здесь, если подскользнулся, никто там не будет считать, что это вот я сделал так, что он подскользнулся. Все хорошие судьи отличаются от плохого, что понимает, где человек подскользнулся. А где его уронили? Удара, да. Ворвался сейчас со своей серии Алексеев Руслан, пропустил его, чуть-чуть буквально расслабился Виталий, и тут же были, как мы уже видели, боковые руками, потом был переход на колени, и, в общем, связка осталась за Русланом. А сейчас мы видим попытку провести удушение. Так можно в треугольник попасть, уж больно неаккуратно. По опыту, наверное, все-таки. По опыту Руслан. А что, поймал? Ну, в общем-то, сейчас ситуация у нас очень здорово контролирована. Он может попробовать задушить ногами или вырвать все-таки руку. Видите, вот пошла рука. Вытянул. Навряд ли получится, конечно. Терпеть будет Виталий. Не очень грамотный захват под рычаг на локтевой сустав. Но еще один элемент
может Руслан Клесяев записать в свой актив. Это быстро переходит опять же в партер. Есть еще одна попытка борьбы. Да, попытаться побороться, благо получалось. Это грамотно защищается Виталий. Такие достойные друг друга борцы. Вы, кстати, помните, мы с вами говорили о демократичности коэффициентов. Если мы с вами посмотрим на финальные пары, соотношение роста веса у них абсолютно идентичное, как правило. И поэтому они в этом отношении очень гармоничны. Ну вот, время на борьбу. Закончилось время на борьбу. Остается еще одна минута привлекательного поединка. Видно, что они уже все подустали. Резок в своих связках Виталий. Хороший старт. Очень здорово стартует спортсмен. Единственное, что, конечно, у них получается такой поединок, наверное, отчасти боксера в его исполнении. Свою технику перенести, разнообразить коленями. Руслан немножко корявенько правой боковой, это можно убьет. Голкик был сейчас Виталий, опять перед партер. Ну что ж, счет на секунду остается. Тяжело уже, конечно. Ну да, уже это заметно, потому как спортсмены встают в первую очередь. Лишний раз выдохнуть, лишний раз там руками встряхнуть, поскольку подзавились, конечно. Помоложе будет Виталий. Сейчас видите такие руки отрезки. Старт, вход. 1-2 удара. Привод партер. Встали. Ну, опять. Ну, как все правило, сложно. Когда спортсмены встают, они делают то, что они делать умеют, уже это у них не отнимешь. Ну опять, вот очень сложно сейчас оценить, что скажет судьи вот так вот с комментаторской позиции. Ну что ж, судьи сказали свое слово. Да, Руслан Келексаев уходит победителем из противостояния с Виталием Чернышевым. Первое место на чемпионате России занимает Келексаев Руслан. Золотую медаль чемпионата России. Дальневосточный федеральный округ. Очень сложный поединок. Город Владивосток. Второе место занимает Чернышев Виталий. Уральский федеральный округ. Город Магнитогорск. Попытка проведения болевого приема на локтевой сустав. Но не получилось. Стать чемпионом России для меня, ну, как можно сказать, моя цель была давно. Я был третьим, вторым, наконец-то я первый. Я очень рад. За меня радуются мои друзья, мои одноклубники, мои тренера. То есть, кто меня все готовил, в меня верили, надеялись.